Ну, короче, вердикт Six Flags Мексика. Прям да. Да, есть пара классных горок, но это, конечно, не сравнится с тем, какой Six Flags, например, в Лос-Анджелесе. Там реально количество горок, штук 25, они все крутые, классные. А тут половина закрыт, половина вообще по непонятному состоянии. И как же задавливаются эти маски, потому что даже по улице должен в 30-градусную жару идти в маске. Если не дай бог вот так вот снимешь, постоянно подходит маска, 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 маска. Пушки задолбали, задолбали, задолбали. Нормальный экспириенсик, ребята, у нас тут. Поймали такси. Ну, в эту маленькую машинку мы еле-еле влезли. Душно, жара, все потные, как мыши уже. Обязательно нужно маску, да. И вот водитель просто по дороге просто поняли, что у него нет топлива вообще. Ну, и заехали на заправочку. Машина, ну, чтобы понять, окна не открываются. Мне кажется, она 86-го года, мне кажется, 1900. Но 1800. Уже не хотелось ждать на жаре. Убер ехать отказался. Так, я вам тут другую информацию скажу. Его зовут Гарсия Джосе Луис. Гарсия Джосе Луис. Гарсия Джосе Луис. Прикольная информация, да? Такая. Информационная. Мы ненормальные, мы не сахарные не растаем. Ну да. В тесноте да не в обиде. Пыли подышим немножко. Кондиционер это не про эту машину. Окна не открываются. 30 градусов. Нормально. Уже